Пожары 2010 года в Заволжье уничтожили 10,5 тысяч гектаров леса. Пагубное влияние стихийного бедствия на экологию района и активная жизненная позиция местных жителей послужили фундаментом нового проекта – детского экологического форума «Цветущая Чувашия», который прошел в Заволжье. Он был представлен в рамках Года экологии. Кроме того, в 2013 году проект стал обладателем гранта главы Чувашии в области культуры. В экологическом форуме приняли участие школьники старших классов. Им необходимо было разработать и подготовить к защите исследовательский проект и творческое выступление на экологическую тему. Хореографические и вокальные композиции о родной земле, видеоролики о лесных пожарах 2010 года, представленные на форуме, показали школьникам, как бережно нужно относиться к природе. В рамках проекта участники сажали деревья в местах пожаров, в аллее Чебоксарах по Президентскому бульвару и в парке отдыха по улице Яна Ушика.